Эчке. Халим, привет. Пойдем, я покажу тебе кое-что. Так, здорово. Ты очень красивая. Твоя задница просто потрясающая. Халим, пропусти ее. Не смотри на нее, Халим. Ты слишком тупой для нее. Она не любит тебя, никто тебя не любит. Халим. Халим, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Вылезай отсюда. Ты тупой. Ладно, если хочешь, можешь попробовать еще раз. Тогда попробуем кое-что еще. Халим, пойдем, я покажу тебе, где у нас щиток на 220. Проходи, не стесняйся. Халим, там закрыто. Пойдем, где открыто. О, привет. Ты так похожа на моего брата Халима. Я готов целовать его. Так же, как и его. Прям одно лицо. Один в один, как приятно. Ой, Халим, прости, пожалуйста. Ты все видел. Я готов целовать тебя так же. Мои поцелуи для тебя, словно водопады Ниагарских гор. Халим, Халим, пропустите Халима. Слушай, тут такая ситуация. Я пришел со своим братом Халимом, а он немножко того. Да, тупой, но не говорим об этом. Я ему делаю матклятся, он не слышит, не понимает. Халим, ты тупой? Зачем ты это делаешь? Зачем ты ешь то, что никто не ест? Халим, иди отсюда. Выкинь это и возьми вот это. О, может быть, ты заткнешься? И не будешь мне говорить? Слушайте, такая ситуация. Тут мой брат, а у него нет усов. Но он хотел бы. Если бы вы их видели, срочно позвоните в свой микрофон. Или как это там у вас называется? Кто эти все люди? О, Халим! Ты все еще это жрешь. Я не понимаю, что происходит. Хватит горланить. Почему тут все это творится? Кто это такой в шапке? Халим, пойдем отсюда. Нет времени. Почему ты смотришь на меня? Да хватит. Чке. Чке. Халим, ты тупой. Ты совершенно тупой, ты не понимаешь, что происходит. Это детская комната, это детский батут. Ты что делаешь, ты тупой? Зачем мать только рожала тебя? Вылезай отсюда. Неси свой огромный жирный зад с этого заведения. Вываливайся, проваливай отсюда, Халим. Ты очень тупой. Халим, где мои очки? Скажи мне, где они? Ты тупой? Что ты делаешь? О. Итак, здравствуйте. Я хочу вам показать свои владения. Тут я занимаюсь делами, а это мой народ. Это розовый народ, это женский народ. Это обычный народ, это с длинными волосами народ. А вот это мой пожилой народ. Что ж, спасибо. Вот, и все остальные, они тоже пришли посмотреть. Я хочу представить Халима. Халим, заходи. О, боже мой, Халим, ты такой тупой. Что это ты взял? Что ты несешь? Ну, если бы ты не мой брат, я бы тебя обязательно не поцеловал. А так, получай. Садись. Халим, объясни мне, ты тупой? Сядь отсюда, ты не видишь, я пришел со своими сестрами показывать мастерство. Смотрите, сестры, повторяйте. И раз, и два, и эчкере. Халим, ты тупой, хватит ее кусать, хватит ее нюхать. Халим, объясни мне, тут же люди, тут все приличные люди, ну вот кроме этих двух, они чуть-чуть умнее, чем ты, но тоже тупые. Иди посиди где-нибудь с ними. Халим. Халим. Опять Халим. Где вы не видели моего брата Халима? Я не могу уследить за ним. Халим, а ну иди сюда. Что ты делаешь? Да небу сегодня не будет дождя. Ты находишься в помещении, зонт тебе не понадобится. Иди посиди с народом. Может быть, народ и не любит тебя. Но ты полюби народа, как ближнего своего. И вот займись вот этим стеклом. Хоть какое-то от тебя дело. Халим! Халим, ты что делаешь? Халим, это очень уважаемый человек в Средней Осетии. Очень-очень уважаемый. Халим, сядь и помолчи. Чкере. Халим, ты что делаешь?
Оставь эту бутылку и иди. Просто куда-нибудь ступай. Посмотри. Посмотрите. Это же брат Шэдоу. Наконец-то он приехал. И мы очень счастливы его лицезреть. Займись с ним. Халим, я не понимаю, зачем ты там ползаешь? Что ты делаешь? Ты позоришь семью, Халим. Ты просто чмо. Ты позор нации, Халим, позор семьи. Позор этой замечательной шапки. Халим. Окей, а теперь спасибо, облако, за прием.